Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня на обзоре один из самых крупных кораблей, доступных для покупки игроками. Промышленный тяжелый переработчик от компании Aegis – Reclaimer. Это даже больше, на мой взгляд, станция или космический завод, чем корабль, ведь его полетные характеристики ближе к орбитальным станциям, чем к космическим судам. Да и задачи у него лежат в плоскости больших масштабов переработки. Полный экипаж Reclaimer составляет 10 человек. Командир судна, 2 оператора по сбору, 2 человека, занимающиеся сортировкой, оператор манипулятора, 2 оператора дронов, 1 оператор измельчителя, оператор турели. Несмотря на вместимость кое в количестве 5 человек, подразумевается, что корабль никогда не спит, и на нем ведут работу в 2 смены. На данный момент полный экипаж составляет 5 человек: капитан, 2 сборщика и 2 комплектовщика. Достаточно долгое время корабль был бесполезен для пилотов и часто выступал в роли фановой машины, используемой скорее для проведения местных ивентов. Но теперь он способен приносить доход. Правда, для его полноценного использования и более менее продуктивной работы необходимо как минимум 3 человека. В противном случае ваш персонаж будет заниматься спортом, бегая от одной части корабля к другой. На момент записи ролика этот корабль стоит $350. Данное предложение, как правило, ограничено и не всегда присутствует на сайте. Но в игре такое судно можно приобрести за 15 126 400 альфа уек. Сегодня мы рассмотрим его во всех деталях и посмотрим, какой потенциал в него вложили разработчики. Ну а лучшая благодарность от вас — это лайк, комментарий под роликом и подписка. Приятного просмотра. Итак, Reclaimer — это корабль капитального размера, а точнее 6S, в текущей градации размеров. Его основная задача лежит в плоскости космического пространства и относится к сбору, переработке и утилизации остатков кораблей и станций. На сегодняшний день геймплей Reclaimer заключается только в сборе облицовки, остальной потенциал еще не реализован. По возрастным меркам вселенной Star Citizen, Reclaimer является очень старым. Самый первый корабль сошел с конвейера в далеком 2566 году. Его возраст прослеживается в деталях. Многие элементы Reclaimer, использующиеся по сей день на борту, морально и технически устарели. Помимо этого, в некоторых узлах на текущий момент крайне сложно найти расходники для замены. Reclaimer разрабатывался в рамках военной программы строгой секретности. Императору Ивару Мессеру были необходимы огромные ресурсы для реализации своих планов, и из-за действия ополчения многие фабрики и цеха по производству сырья, доступные изначально на планетарных системах, то и дело переходили из рук в руки, что мешало производству боевых кораблей и других ресурсов, сопутствующих для удержания власти. Решением главной космической комиссии было выдвинуто требование о создании крупного корабля для переработки и добычи ресурсов прямо в космосе посредством извлечения их из уже уничтоженных и разрушенных объектов, таких как корабли и станции. Инженерам при разработке от чертежа до полноценного первого рабочего образца в металле потребовалось 5 лет. Рекордно быстро для такого корабля. Такая спешка в конечном итоге отразилась на внешнем облике, который явно не гонится за первенством самого красивого корабля вселенной. Империи был нужен инструмент, способный не только добраться до дальних уголков галактики, но и автономно работать, производя необходимые компоненты непосредственно вблизи полях сражений. Это было нужно для полноценной поддержки флота во времена крупных сражений, коих было немало в те времена. В 2565 году были проведены первые испытания корабля. Комиссия учла многие недочеты и жалобы на огрехи в производстве, но несмотря на предупреждение инженеров, приказала начать производство и выпуск в серию. Спустя 9 месяцев первый корабль сошел с конвейера и сразу был отправлен в глубины космоса для работы. Головной болью для инженеров стала проблема распределения массы на точке контакта с грузом при посадке. Его стойки изначальной конструкции часто проваливались под мягкий и средний грунт, что приводило к сильному заваливанию судна, и в дальнейшей перспективе был риск опрокидывания. Проблему решили довольно радикально. Решено было убрать отдельные стойки и их механизацию для посадки, что располагались на самом корпусе под брюхом, и доработав мотогондолы двигателей, расширив их пространство, интегрировать стойки прямо туда. Это значительно снизило вес судна и заодно решило проблему распределения удельного давления на точке контакта. Вес на квадратный сантиметр составил 60,35 кг. После падения режима диктатора Ивара Мессера через 2 года корабль рассекретили, убрав некоторые элементы, отождествляющие к военной отрасли, и пустили в серию для гражданских нужд. В те времена компания Aegis переживала не лучшие свои времена из-за запятнанной репутации, и ей нужны были ресурсы для реструктуризации своих заводов. В гражданском секторе корабль приняли холодно, многие пилоты принципиально не хотели связываться с компанией Aegis, однако спустя годы все же продажи Reclaimer начали расти. Правда, на рынке уже в те времена стали появляться
появятся другие переработчики, но по возможностям, надежности и общему потенциалу Reclaimer никто не мог переплюнуть. Со временем гражданский сектор по промышленной переработке заполнили этим кораблем, и он стал полноценной рабочей станцией в данном ремесле. По некоторым данным, собранным по всему спектру, можно предположить, что путь от чертежей до реальной модели реклеймера был очень тернист, ибо компания Aegis во времена правления Ивара Мессера была подконтрольной режиму, и все нововведения ученых для упрощения работы в корабле пресекались. Империи на тот момент было не до удобств, им нужен был результат. Отголосками тех лет можно наблюдать не самые комфортабельные условия, а также не совсем продуманный дизайн расположения отсеков. Так, например, отсек экипажа и капитана корабля расположен прямо над реактором, что по меньшей мере небезопасно, а по большей части может привести к различным заболеваниям, связанным с лучевой болезнью. Reclaimer, как уже говорилось ранее, корабль достаточно больших размеров для данной вселенной. Его длина составляет 155 метров, ширина 118 метров, а высота 55 метров. Это если сравнивать с реальными строениями, то, например, в Париже, стоя возле Эйфелевой башни, он бы почти доставал до верхней части арки и был бы длиннее, чем ее основание, а весит почти столько же, сколько и она вся целиком. Стальной сплав элементов брони корпуса на основе америта реклеймера был весьма грубо спроектирован, и, как упоминалось ранее, на тот момент империи не было дела до красоты и эстетики. Именно из-за таких нюансов корабль получил столь невзрачный грубый корпус. Обшивка позволяет реклеймеру не бояться тяжелых ударов из внешней среды, как от космического мусора и астероидов различной величины, так и от прямых попаданий баллистических орудий. Над кабиной в носовой части корабля находится основная сборочная галерея, закрытая двухстворчатым люком. Сюда реклеймер отгружает собранные манипулятором ресурсы для дальнейшей их переработки. Снизу под аппарелью мы видим выступающие элементы антенн двух радаров. Об этом элементе упоминается несколько источников. Это модернизированный, сдвоенный, усиленный радар для сканирования области перед судном, служащий прежде всего для поиска ресурсов и оценки их состава. Параметры этих элементов у вас на экране. Слева и справа по борту передней части мы можем наблюдать две дистанционные турели, вооруженные лазерными репитерами третьего размера серии CF-337 модели Пантера. Кабина положена асимметрично и находится с левой стороны носа корабля. Остекление кабины создано также с высокопрочных материалов с добавлением титановой пыли. Это было компромиссное решение, ведь без надлежащей полировки такого остекления оно было практически непригодно для использования. Тут же по центру находится небольшой туннель сбора малого сырья. Этот туннель ведет прямо в центр корабля, к измельчителю. Ниже расположена оснастка реклеймера в виде осветительной люстры под названием POC, расшифровывается как Plasma Chromatic Orbital Contours или плазменно-хроматические орбитальные контуры. Это устаревшая технология высокоэнергетических осветительных приборов, используемая на больших кораблях при относительно небольших габаритах. Данная осветительная люстра является рудиментом прошлого, и подобная технология уже не используется во вселенной Star Citizen, так как морально устарела. Из-за этого ее ремонт и обслуживание могут быть затруднены, так как компоненты для замены практически не производятся различными компаниями. По обе стороны от носа под кабиной находятся два основных устройства по сбору ресурсов. Их названий еще нет, но есть некоторые данные, которые вы можете видеть у себя на экране. Это незаконченная версия этих устройств, и она будет доработана. Посередине под днищем судна мы можем наблюдать основной инструмент реклеймера – огромный многофункциональный манипулятор, оснащенный двумя плазменными резаками. Он служит для упрощения работы с крупногабаритными элементами. Создан по отдельному проекту компании Aegis, и в состав входят высокоплотные сплавы из осмия и иридия. Это невероятно крепкая штуковина, которая выполняет очень важную роль в деятельности корабля. На данный момент ее функционал отсутствует, но по некоторым роликам и концепт-артам можно увидеть, как это должно происходить. Также в нижней части слева по борту мы можем видеть две шахты под первую и вторую спасательную капсулу. С противоположной стороны находятся еще две шахты, но для чего они служат, мне выяснить не удалось. Несмотря на это, если залететь камерой через коллизию корабля, можно отметить, что эти шахты имеют физическую форму внутри, с закрытыми люками. Над лобовой аппарелью мы можем наблюдать несколько антенн связи, а также лобовую основную обитаемую турель с двумя лазерными репитерами пятого размера от Klaus Werner серии CF модели Galdrin. Конечно, реклеймер звезд с неба не хватает по части огневой мощи, но сдачи дать может.
Слева и справа по борту с задистанционными турелями мы можем наблюдать помимо блочных компенсаторов нагрузки 3 из 16 маневровых фиксированных двигателей первого размера, создающие по 35,75 меганьютона усилия каждый. Скорость потребления топлива 3,125 на меганьютон. Основная оснастка силовой установки. Реклаймер оснащен четырьмя двигателями прямого потока на ядерной тяге без реверсивных устройств компрессии. Это означает, что в концепции реклаймер не обладает двигателями для комфортной работы в плотных атмосферах небесных тел. Его среда, как упоминалось ранее, в 95% случаев это космическое пространство. Основные двигатели — это целые станции, внутри которых находятся небольшие системы технических туннелей для обслуживания. Попасть в них можно только через внешнюю среду. Основные двигатели имеют мощность почти в 49 000 меганьютонов усилия. Вспомогательные двигатели, расположенные позади основных, имеют мощность в 37 000 меганьютонов усилия. На данный момент функция подрулевания основного контура не реализована, однако по изначальной задумке реклаймер имеет эту функцию, и двигатели основного и вспомогательного контура имеют подруливающий функционал. Иными словами, они имеют возможность работать как стационарно, так и как направляющие векторы тяги. Двигатели основного контура малой и средней плотности потока установлены на шаровых поворотных лафетах, и оба служат по совместительству огромными опорными стойками на гидравлической смесь. Как и следовало ожидать, это также довольно старая технология, имеющая в своем ряду множество недостатков. Однако легкость в обслуживании и относительная надежность сделала их достойными для производства по сей день. В отличие от осветительной люстры, опоры на гидравлике по сей день производятся, поэтому и проблем с деталями к ним нет. Разгон реклеймера от 0 до крейсерской скорости составляет 4,47 секунд, а от 0 до максимальной составляет 54,8 секунд. На основных силовых установках расположены также двигатели обратной тяги, выполняющие свою роль в зависимости от положения мотогондол. Двигатели обратной тяги имеют мощность в 3 раза меньше основных, что делает реклеймер крайне тяжелым в управлении. Поэтому при оттормаживании учитывайте тот факт, что затраченные усилия при разгоне для остановки будут в 3 раза меньше – 11 006 меганьютона, а время до полной остановки от максимальной скорости составляет 93,2 секунды. Реклеймер очень тугой в управлении, новичкам я крайне не рекомендую браться за его пилотирование. Даже на выставках при его аренде часто можно наблюдать картину, что множество реклеймеров валяются на планете, пилоты которых без опыта даже не смогли покинуть плотную атмосферу планеты. Например, чтобы взлететь с Майкротека, реклеймеру рекомендуется использовать вертикальный взлет в режиме FTOL при форсаже на переведенном приоритете энергии в двигателе. В горизонтальном положении основных двигателей корабль рискует упасть на планету. Это видно на данном видео. При переключении режима FTOL в полетный режим корабль начинает терять высоту. В задней части корабля расположены еще 6 фиксированных выносных маневровых двигателя. Под кормовой частью по бокам расположены еще 2 турели дистанционного управления. Тут же под днищем судна расположен грузовой малый многофункциональный лифт и ведущие к нему рельсы для выгрузки сырья с пристыковыванием дронов. К этой связке механизации мы еще вернемся во время внутреннего осмотра. Выступающий элемент на задней части отсека переработки – это пресс. Ближе к центру под кораблем находится грузовой лифт для погрузки и выгрузки крупногабаритного груза и провизии. На основании манипулятора корабля расположена очередная дистанционная турель, которая может быть переоснащена в тяговый луч. На верхней части, так сказать, спине корабля находится еще одна дистанционная турель, а чуть ниже в центре судна располагается стыковочный люк, который сопряжен с камбузом. За передней основной обитаемой турелью корабля находятся системы сброса сборочных дронов. Эти люки ведут в отсек по обслуживанию дронов. Между системами сброса дронов и центральным стыковочным люком видны закрытые шахты для спасательных капсул номер 3, 4 и 5. Место пилота реклеймера оснащено 2 многофункциональными дисплеями в прямой видимости пилота, а также 2D-радара по центру. Слева расположена стандартная панель индикации предупреждений. Обзор весьма скудный, однако при условии, что реклеймер не часто должен посещать какие-либо места на небесных телах в атмосфере, это не сильно критично. Однако его очень широкие перемычки оконной рамы могут доставить некоторые неудобства при пилотировании. В кабине 2 места для основного пилота и оператора-манипулятора. Чуть позади находятся места дистанционного управления сборочными лучами.
Далее следует так называемая комната сканирования. В центре нее находятся пульты управления турелями, измельчителем и средствами сканирования. В этом же отсеке находится малый подъемный механизм для входа и выхода из корабля, спасательные капсулы номер 1 и 2, отстреливающиеся вниз, которые мы уже видели, лифт, ведущий на верхние палубы, и вспомогательная лестница, ведущая прямо в отсек гравитационного поля корабля, где мы можем наблюдать сам гравитационный механизм в виде вращающейся сферы. На этой палубе также расположена уже упомянутая ранее комната управления и обслуживания дронов. Она делится на операторскую зону и зону диагностики настройки дронов. Сами дроны находятся в специальных нишах, а их вылет из корабля осуществляется через верхние раздвижные люки, которые мы уже видели во время осмотра внешней части. Так эти люки выглядят внутри. Далее по коридору слева по борту находится серверная и по совместительству распределительная, относящаяся к энергоузлам измельчителя. Справа по борту находятся спасательные капсулы номер 3, 4 и 5, шахты которых мы наблюдали ранее. Между двумя комнатами находится небольшая зона с пультом сбоку. Это пульт управления опрессовочными механизмами, которые находятся внизу в количестве 4 штук в измельчителе. Далее за термоустойчивой дверью находится камбуз корабля, где расположен центральный стол приема пищи и брифинга, а по краям этого отсека вся необходимая утварь для самообслуживания. За столом камбуза находится помещение, связанное с внешним стыковочным люком, расположенным на крыше реклеймера, упоминающегося ранее. Далее по коридору находится комната капитана с рабочим столом, кроватью и отдельной душевой с туалетом. Напротив каюты капитана находится зона отдыха экипажа с двумя двухъярусными кроватями, мониторами и шкафчиками для личных вещей. В этой же зоне находится помещение с четырьмя душевыми кабинами. Командир корабля, предоставивший мне корабль на обзор, приносит извинения за бардак, ибо его экипаж не успел убраться к съемкам. Далее по коридору мы попадаем в распределительный узел. Тут находятся два боковых шлюза, ведущие во внешнюю среду корабля, грузовой лифт, связующий промышленные палубы, и две лестницы, по бокам которые ведут в реакторный отсек. На рекламере установлен несъемный реактор 4-го размера от Aegis класса A, имеет 7 тепловыделяющих сборок, или так называемых твелов. Эта технология энергоснабжения космическим судном морально устарела и мало где используется. Параметры реактора вы видите на экране. Грузовой лифт является связующим звеном между жилой и рабочей областью корабля. Балкон зоны сальважа служит для обслуживания тельферных систем и грузоподъемных механизмов. В былые времена использовался для надзора рабочего персонала внизу. Зона переработки, где производится опрессовка собранного груза, его сортировка и временное складирование. Позади этого отсека можно наблюдать внутреннюю сторону пресса. Также в этой зоне находятся два малых опрессовочных терминала. Это временное решение в виде так называемых костылей от разработчиков, и дальнейший внешний вид, устройств и принцип работы корабля будут другими. Зона переработки вмещает в себя 120 СССУ груза. Две фронтовые зоны слева и справа вмещают по 35 СССУ, а кормовая часть по 25 СССУ каждая. Под отсеком переработки находится так называемый трюм переработки. Сюда отгружают уже укомплектованное сырье. В задней части этого трюма находится уже упомянутый многофункциональный малый лифт. Как это работает? Прежде всего, этот лифт имеет персональную подъемную платформу, эдакий лифт в лифте. При необходимости переработки сырья он поднимает свою малую платформу выше трюма в зону переработки и наоборот. Когда процесс переработки завершен, он принимает ресурсы и опускает их в трюм. При работе с дронами он опускается за пределы корабля и стыкуется с рельсами снаружи, съезжая при этом с подъемных лафетов. После чего уже пристыкованный дрон сгружает на эту платформу сырье и отстыковывается, в свою очередь лифт закатывается обратно в корабль с сырьем, которое далее сортируется, отправляясь либо на опрессовку, либо сразу складируется в трюм. Последняя нижняя палуба – это простой грузовой трюм на 180 СССУ, куда может быть погружен как бытовой груз для нужд экипажа, так и собранные ресурсы во время работ для более длительного хранения и транспортировки. Общий объем вмещаемой полезной нагрузки реклеймера составляет 300 СССУ. По компонентам. Система охлаждения на корабле стоит военного типа класса C 3-го размера в количестве 3 единиц от Aegis, модели Mercury, отводящая по 10 400 кубических метров тепла в секунду. Три гражданских щита 3-го размера класса C от компании Behring серии 5CA модели Acura, способные амортизировать от 0 до 30% баллистического урона и поглотить до 100 000 единиц общего урона. Скорость надува щитов составляет 1200 единиц хп в секунду. Полный надув занимает 83,3 секунды.
Индустриальный квантовый двигатель третьего размера класса C от компании Juno Starwerk модели Kama способен разогнать Reclaimer до 59 тысяч км в секунду. Расход составляет 38,63 литра на миллион километров. На одном баке Reclaimer объемом 11 тысяч литров может пролететь 283 миллиона километров. Можно заменить на двигатель модели Egni от той же Juno Starwerk. Чуть быстрее, чуть экономичнее, значит и чуть дальше можно долететь. Ставить на Reclaimer с его очень маленьким квантовым топливным баком на 11 тысяч литров более дорогие прожорливые двигатели не советую. Само уничтожение Reclaimer составляет 80 секунд, радиус поражения 150 метров. Многие пилоты очень ждали реализацию Reclaimer в его основной роли. И вот этот момент наступил. В данный момент корабль наконец приобрел уже какую-никакую актуальность после введения геймплея Salvage. Reclaimer — это огромный завод по переработке исключительно для совместной работы и в идеале полного экипажа. В одну каску работать на нем крайне утомительно. В текущих реалиях Reclaimer завершен процентов на 65%. Поэтому до золотого стандарта CIG еще далеко. В связи с этим на нем существуют многие детали, которые либо потеряли свою актуальность, либо которые будут реализованы лишь в одиночной компании Squadron 42. К покупке за реальную валюту я вам его не рекомендую. Все-таки корабль не завершен, да и копить внутриигровую валюту я тоже рекомендовать не могу. 15 миллионов альфа-уеков для корабля, чей достаток в идеале вы будете делить на несколько человек, такое себе занятие. Однако, если у вас есть постоянные коллеги-пилоты, можно скинуться и взять корабль на всю команду. Таким образом, он накупит себя очень быстро. Но уверяю вас, мало кто согласится несколько часов просто стоять и доставать ящики, а затем их складировать. На несколько ходок такой инициативы да, хватит. Но на постоянной основе придется меняться. Хотя каждому свое. И все же я обращаю ваше внимание, что на данный момент Reclaimer не выполняет свою роль, как задумывалось, имейте это в виду. Во всем остальном корабль, конечно, впечатляет. Бродя по его коридорам, то и дело порой ловишь себя на мысли, что где-то тут прячется чужой, который готов оторвать тебе жопу. Различные звуки корабля добавляют жути и могут с непривычки кого-то даже напугать. Также хотелось бы упомянуть, что в Star Citizen с недавнего времени появились целые локации на поверхности небесных тел благодаря этому кораблю. Разбившийся Reclaimer часто становится пристанищем для различных маргинальных элементов. По заверениям разработчиков, такие локации будут иметь разную степень износа, что обусловлено простым течением времени. На этом у меня все. С вами был я, Северная Борода, и разбор промышленного переработчика от компании Aegis модели Reclaimer. Всем пока!